Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске, разные мнения о выступлении Александры Трусовой на турнире International Classic 2021. Сразу три фигуристки из группы Этери Тутберидзе совсем скоро выступят на международном турнире: Анна Щербакова, Алена Косторная и Майя Хромых. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на турнире International Classic 2021 в США. Бестемьянова считает, что долгий перелет после контрольных прокатов в Красноярске повлиял на состояние спортсменки. В целом, было видно, что Трусова в хорошей форме, докатала до конца, не устав. Сделала все каскады, которые можно было сделать. Фантастический каскад Луцойлер тройной сальхов, конечно, была ошибка на выезде. Но сам факт такого каскада впечатляет. Очень хороший четверной сальхов был, жаль, с флипа упала. Падение вообще не нужно, сообщила Бестемьянова. Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала, чем ее поразила Александра Трусова на турнире International Classic 2021. Желание победить так и прет из нее. Саша меня поразила своим взрослым катанием, раньше только прыгала, а сейчас уже начала кататься. У нее видна целостная программа, она осмысленно все делает, Саша большая умничка, сказала Бутырская. А вот заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступление Александры Трусовой на турнире International Classic 2021. Мне не может понравиться выступление, когда человек упал. Да, хорошее катание, Саша стала лучше вращаться, но Трусова – это тот человек, который должен делать все. И я хочу, чтобы она делала все. Она это может, сказала Тарасова. Напоминаем, на турнире International Classic 2021 Александра Трусова в итоге набрала 216,8 и заняла первое место. Друзья, прекрасные новости, Анна Щербакова, Алена Косторная и Майя Хромых выступят на международном турнире в Будапеште. На сайте Федерации фигурного катания Венгрии опубликован список фигуристов, которые будут участвовать в турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy. Турнир пройдет с 14 по 17 октября в Будапеште. Сборную России на турнире представят женщины: Анна Щербакова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Майя Хромых. Мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Александр Самарин. Парное катание: Карина Акопова и Никита Рахманин. Танцы на льду: Тиффани Загорский и Джонатан Гурейра, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Удачи и успехов сборной России в Будапеште!